Общественный фонд «Казахстан Халкына» поддержит строительство домов пострадавшим в результате паводков в ряде регионов Казахстана на общую сумму в 5 миллиардов тенге. А национальная компания «Казмунайгаз» окажет финансовую помощь для восстановления инфраструктуры, жилого фонда и социальных объектов в регионах, также пострадавших от паводков. Сегодня такое решение озвучено по итогам заседания. Помимо этого, крупные банки второго уровня окажут финансовую поддержку. Халык-банк и благотворительный фонд «Халык» направят 1 миллиард тенге из собственных средств на помощь пострадавшим казахстанцам. Каспи-банк также выделит 120 миллионов тенге нуждающимся. Помимо этого, 80 миллионов тенге уже собрали неравнодушные казахстанцы. Напомню, сегодня глава государства призвал отечественных бизнесменов не оставаться в стороне и протянуть руку помощи тем, кто пострадал от стихийного бедствия.